Мертвого младенца обнаружили за домом номер один по улице Дубравной в Нижнем Новгороде. Бездыханное тело грудничка лежало в лесополосе в сугробе. На крохотном мальчике не было никакой одежды. Следов насильственной смерти на теле обнаружено тоже не было. Может быть, уже мертвый ребенок был. Может быть, он действительно намеренно был выброшен. Эту оценку давать, не зная сути дела и доказательств не имея, очень сложно. Ведь каждый конкретный случай это предполагает выяснение всех обстоятельств. Собственно, именно этим сейчас и занимаются следователи. На место происшествия незамедлительно выехали следователи следственного отдела по Сормовскому району Следственного комитета и организовали проведение доследственной проверки. С целью установления причин и времени наступления его смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Местных жителей шокировала история с мертвым младенцем. Они осуждают мать, бросившую своего ребенка, называют ее кукушкой и требуют самого жестокого наказания. Ну, это, конечно, не дело вставлять или бросать. Не нужно, значит, оставить где-то, надо было в больнице, в роду, сдать ли куда-то. Мне кажется, она сама поймет, что она сделала такую страшную вещь. Не знаю. Это Бог скажет же ей сам. Следовало бы за такие преступления просто расстреливать. Высшая мера наказания. Тех, кто обладает любой информацией о возможной матери ребенка, следователи просят сообщать по телефонам 225-03-13 или 268-48-00, либо по мобильному телефону 8-920-069-51-90. Анонимность гарантируется.